Брендинг пошел уже. Ну, для этого хакатона мы выбрали задачу, как я рассказывал. Это... Название отправится в битву блогеров. Идея она заключается в том, чтобы разрешить на нашей платформе блогерам соревноваться с целью расширения своих аудиторий. Как мы это делаем? Мы изначально, когда блогер приходит на нашу платформу на соревнования в какой-то эпизод, допустим, их таких три блогера приходит, он каждый из них дает permission нашему аппликейшену запостить выигрышный сюжет или выигрышную статью на его, ну, для его фолловеров, на его страницу, грубо говоря. Когда блогер заходит, он видит объяснение, что случится, и когда он нажимает кнопочку «Дать разрешение», всплывает Facebook permission плагин, или как его там называют, он выбирает, что он дает разрешение. И когда он дал уже разрешение, то есть гарантировал, что вне зависимости от того, будет это его статья или не его, мы сможем запостить на Facebook, то он, соответственно, может создать свою статью для соревнований в эпизоде. Для этого он вводит название. Вот. Ну вот пример, который будет, это вот через будущее украинская пенсионная реформа. И дальше текст какой-то. После того, как на нашей платформе прошла этап инвестиций, и инвесторы определились, какой блог, какой текст наиболее их задел, понравился, мы выбираем по этим инвесторам победителя. Так вот в этом, примере вот эта маленькая статья, чем можно захистить, если кибератак набрала больше всего, вона набрала 26 инвесторів, відповідно, і вона стала переможцем. В результаті що сталося? В результаті після того всі блогери на своїх сторінках автоматично запостять ось таку історію, яка буде назва блогера, далі схвалить статті на Трейдер, далі назва статті і коротенький текст. І відповідно, коли людина побачить це все, вона зможе клацнути або сюди, подивитися на статтю, подивитися на автора статті. Якщо їй сподобається те, що як написав цей блогер, то відповідно підписатися до нього і стати його, ну, слухати його завжди. Тобто, прикладом буде, от, якщо в нас є три блогера, і в кожного в нього по 10 тисяч фоловерів до соревнования, то після соревнования ось цей красний. Который выиграл, да, пусть будет красный. Красный. Он выиграл, и, соответственно, за счет того, что его статья была показана не только вот этим 10 тысячам, а еще и вот, ну, вот этим вот людям, то кому-то из них это понравилось, и они начали фолловерить этого блогера, и у него получилось 12 тысяч фолловеров. Так, ну это что сделано, завтра мы будем делать, вот, чтобы шеапост сейчас мы умеем только такие, ну вот данные, какие там были у меня, что назва статьи, а там должны быть реальные данные. И также мы попробуем подключить instance articles, чтобы на мобильных телефонах оно загружалось дуже швидко, дуже красиво и все. Да, сначала менторы. Вы пошли в детали рассказывать, как будет работать механика, как она будет двигаться, где будет шеер, кнопочка будет справа или слева. Я до сих пор не врубаю, что вы делаете. Я могу выразить мнение большинства, ребята, вы
чем вы занимаетесь? Я понял. Я тоже понял. То есть часа три. Да, это очень долго, но они довольны. Вот, то есть смотрите, когда вы начнете свой продукт продавать, у вас не будет часа, чтобы словить ребят, которые еще и в диджитале, там, топ-агентств, которые прям видели очень много механики и очень много. А, то есть, lift speech – ваше спасение. Вот если ты за 30 секунд рассказал человеку, чем ты занимаешься, и он тебя понял, эта идея пойдет. Пока она такая сложная в донесении, как бы вы технологически, технически не сделали, там, хоть там искусственный интеллект там набахали, люди не понимают, что это, и не участвуют. Вы думаете, идея плохая. Возможно, я понимаю, например, как это можно на это работать, ну, грубо говоря, там, то, что вы говорите, три брокера по 10 тысяч, мы говорим, ребята, на завтра пишем статью, у кого интереснее статья, тот постит все, ну, типа, нас там. И, соответственно, аудитория растет, кросс-посты, азарт, игры, игровая механика, такая там битва райтеров, может быть, ну, механика возможна, и модель возможна, но вы сейчас ушли копаться в исполнение, а по-прежнему с донесением сути идеи проблема. Причем надо уже ее проверять не на этих людях, а надо выходить на шулявку, благо там большой трафик, и реально рассказывать, чем вы занимаетесь, и спрашивать, что вы поняли. То есть не только рассказать, но сказать, да, я все понял, вон моя маршрутка, и убежи. Не так. Рассказываешь, потом спрашиваешь. То есть это большое, ну, ребята раз придумали УТП к своему бизнесу и говорят, доставляем удовольствие в каждый дом. Я говорю, у вас эскорт сервис? Вы доставляете наркотики? Они говорят, нет, мы привозим фреши. Ну, понимаешь? Но никто этого не понимает. У нас тоже есть. Мы Empower Independent журналист, но никто. Поработай, пожалуйста, с донесением, а потом лезьте в ВК. Да, то есть все хорошо идет там по каким-то механикам, но вот именно сам концепт, который должен вот сейчас, у вас есть хорошая возможность получить обратную связь от большого количества человек, которые уже видели миллион всяких механик. То есть поработайте вот именно над дотачиванием, как из этого можно сделать продукт, который вы продадите и заработаете над этим. А не над тем, как посты, там, какие доступы, как это расшарится и так далее. Это все вещи, которые могут поменяться с изменением механики в самом Фейсбуке. Да? То есть это вещи, на которые вам меньше всего стоит опираться. Главное, это у вас идея, концепт. Работайте вот над ним, там, поспрашивайте, порассказывайте людям, получите от них обратную связь. Потому что на самом деле тут идею можно крутить многими способами. Есть тут способы заработать и способы привлечь большую аудиторию очень много, потому что игровая механика. Вот. Вот поработайте лучше над идеей, а не над там, конкретно там, инстал радикал, там, постами и так далее. Ты можешь нет, даже один донесение этой идеи. Мы говорили, то есть в одно предложение лучше максимум два рассказать о чем. Ну так это интересно, действительно, это работает. В моей практике такое появлялось. Я тебе верю, но после реально часа вот, мы разбирались. Вам так будет легче. Да, если вам нужна помощь, скажите, ребята, что все здесь, если кто-то помочь, можно там вместе брейнштормить, устроить и там за полчаса накидать 10 идей, как этот сервис можно по-разному. Короче, рекомендация от менторов юзать менторов – это хорошая рекомендация. Ну, собственно, не только менторов, можно и остальных участников, если они не заняты в этот момент. Есть еще вопросы, замечания от остальных коллег? Возможно, еще стоило подумать о самом контенте, который будет создавать этот блог. Но он должен быть, наверное, общественно значимым, чтобы быть интересным тем же телеканалом, который будет его брать себе как контент. В чем фишка будет контента, создающегося благодаря вашему продукту? Ну, я так понимаю, что это никак не связано с Нестерини, это какая-то онлайн-история, правильно? Еще раз. Это никак не связано ни с Нестерини, с радио, это просто какая-то онлайн-история. Нестерини с радио, это связано тем, что если вместо текста там видео, то это видеоконтент для телевизора. А если вместо видео там звук, то это радиоконтент для радио. Ну вот у меня сложности с фидбэком вам, потому что я действительно согласна с коллегами. Мне нужно либо потратить час, вот, чтобы понять. Так может быть, как Рома рассказывает, но так не обязательно должно быть. То есть у вас в принципе самодостаточная идея и платформа могла бы быть.
отдавать видео телеканалам, это как еще одна надстроечка такая. Она не обязательная, в принципе, автономная. Но такое. То есть надо все-таки работать над целостностью продукта. Да, суть контента последней, или там какая-то структурность, не знаю, какое-то определение контента была последняя рекомендация. Еще есть у кого-то замечания, предложения? Закончили с этим сейчас. Спасибо. Next. Сколько у нас осталось, Катя?